Острая кишечная инфекция. В Роспотребнадзоре рассказали, что произошло в 73-й школе. Ранее появилась информация, что дети отравились. Двое в больнице. Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давича» в студии Екатерина Зубарева. Здравствуйте. Уедешь из Кировской области – отчислим. В медуниверситете рассказали студентам, где нужно провести майские праздники. Хотели отметить, как обычно, не вышло. День Победы в Кирове пройдет с ограничениями. Будет ли масштабный фейерверк? Дмитрий Медведев предложил россиянам не перерабатывать, инициировав эксперимент по переходу на 4-дневную рабочую неделю. На Северной набережной массово вырубили деревья. Жители Филейки в шоке, кто включил бензопилу. Глава Коми ругается матом, а президент Байден не может найти маску в собственном кармане. О новостях России и мира в короткой подборке. Это не отравление, говорят в правительстве. Это острая кишечная инфекция, заявляют в Роспотребнадзоре. Речь об инциденте в 73-й школе в Ленгасово. Как сообщили сегодня в администрации, вечером 29 апреля поступило сообщение о признаках интоксикации детей. За врачебной помощью обратились 8 человек. Две школьницы госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Под наблюдением педиатра находятся 38 ребят. Школа временно не работает. На контроле ситуацию в школе держит и депутат Госдумы Кирилл Черкасов. Он пытался связаться с чиновниками регионального министерства образования. Однако те, по словам Черкасова, отказываются комментировать случившееся в Ленгасовской школе по распоряжению министра Ольги Рысевой. Интересная ситуация. То есть чиновники больше думают о защите своего мундира, а не о решении вопроса или вот такой вот очень неприятной ситуации, которая произошла. Более 83 комментариев в посте, где родители, некоторые даже называют имена своих деток, говорят, что да, действительно дети отравились. Вопросы, которые сегодня есть и к комбинату питания, и к господину Петрицкому, и госпоже Копосовой, они накапливались. Я думаю, что это будет последняя, заключительная их история, и на этом их работа чиновниками закончится. Студентам медуниверситета запретили выезжать из Кирова. Соответствующее объявление разлетелось по соцсетям. В нем говорится, что по указу ректора студентам-медикам запрещено покидать территорию Кировской области с 1 по 11 мая. Мол, эта мера нужна, чтобы остановить распространение коронавируса. А если будут обнаружены случаи выезда, то студенты будут отчислены за нарушение договора на обучение. Позже в ВУЗе уточнили, что это объявление касается только иностранных студентов. На сегодняшний день в области выявили 68 новых случаев заражения COVID-19. Тенденция на снижение. В больницах лечатся чуть более 1000 человек, дома около 2000. Тем временем опасный индийский штамм коронавируса все ближе к российским границам. На юго-западе Франции выявлен первый случай заражения. Речь идет о мутации, которая заразнее других разновидностей и более устойчива к антителам. Из-за пандемии праздновать День Победы будем опять в ограниченном формате. В администрации сегодня рассказали о будущих мероприятиях в честь 76-летия Великой Победы. Моя коллега Зоя Попцова знает все о праздничной программе. Сразу скажу, парад Победы будет, но не для всех. Зоя расскажет подробнее. План мероприятий 9 мая составляли вплоть до вчерашнего дня. Как итог, кировчан ждет более 70 мероприятий в различных точках города. У филармонии, в ДК «Заречный», в Парке Победы и многих других. Изначально хотели организовать массовые мероприятия, как до пандемии. Но по рекомендациям Роспотребнадзора формат праздника изменили. Ведь эпидситуация в регионе сейчас неблагополучная и неустойчивая. И в любой момент она может скатиться в худшую сторону. Праздничные дни, выходные дни, особенно те, что у нас касаются, нерабочие дни. У нас есть, конечно, такое желание, чтобы было потрачено не на ухудшение состояния своего здоровья, не на, а наоборот, укрепить свое состояние здоровья, встретить все праздники в семейном кругу, ограничить общение, ограничить участие в каких-то общественных мероприятиях. Так, в 10 утра на Театральной площади пройдет парад войск Кировского гарнизона. Но присутствовать смогут не все, а лишь ветераны и их сопровождающие. В этом году отказались и от шествия бессмертного полка. Но в онлайн-формате мероприятие все-таки состоится, как в прошлом году. Если эпидситуация в регионе будет благоприятной, то 24 июня бессмертный полк, возможно, пройдет и по улицам города. После парада все там же, на Театральной площади,
площади начнут показывать старые советские фильмы про войну. А вот возложение цветов к вечному огню отменили. Как и традиционное мероприятие на сцене в Александровском саду. В 19 часов на Театральной площади пройдет общероссийская минута молчания. Причем к этому времени завершатся все мероприятия на площадках по всему городу. Отменяются фейерверки. Потому что по рекомендациям Роспотребнадзора мы просто как организаторы, и, к сожалению, оргкомитет принял такое решение, не сможем создать те условия для зрителя, которые в нынешней ситуации просто обязаны обеспечить как организаторы мероприятия. С 4 по 9 мая сотрудники учреждений культуры проведут 24 мини-концерта во дворах, где живут ветераны. Зоя Попцова, Алексей Зырянов, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Водителя и кондуктора оштрафуют на крупную сумму, если высадят из транспорта юного безбилетника. Тем, кто вернется из-за границы, придется дважды сдать тест на коронавирус. Штрафы за нарушение ПДД на железной дороге вырастут. Эти и другие изменения грядут в России уже с 1 мая. О самых важных законах страны Наталья Бакирина. Малолетних безбилетников высаживать запрещено. С 1 мая кондукторов и водителей начнут штрафовать, если ребенка до 16 лет выгнали из транспорта из-за отсутствия денег на проезд. Для водителя это будет 5000 рублей, для кондуктора от 20 до 30 тысяч. Штрафовать будут и нарушителей правил дорожного движения при пересечении ЖД-переезда. Если автомобилист мчится по дороге, а по путям в зоне видимости едет поезд, водителю придется отдать уже не 1000 рублей, как сейчас, а 5000. От штрафов к доплатам больше с 1 мая начнут получать летчики и шахтеры. Это ежемесячная надбавка к пенсии из-за тяжелых условий труда. Сумма будет зависеть от среднемесячного дохода и стажа работы. С 21 мая в России получение имущественного и инвестиционного вычета по налогу на доходы физлиц станет проще. Граждане смогут оформить документы через личный кабинет на сайте ФНС без заполнения налоговой декларации. Нововведение коснется имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по кредитам, а также инвестиционных вычетов. Со 2 мая россияне, которые вернутся из-за рубежа после 1 мая, должны будут сдать 2 теста на коронавирус в течение 5 дней после приезда. Интервал между первым и вторым исследованием должен составлять не менее суток. Полнейший беспредел происходит на Северной набережной. Так говорят жители Филейки. Там массово вырубили деревья. Люди в шоке. Рядом санаторий, где отдыхают не только кировчане, но и гости города. Зоя Попцова побывала на месте происшествия. Вы заметили, что в этом году как-то планомерно избавляются от зеленых насаждений в городе. Вот, например, Северная набережная обрела новый ландшафтный дизайн, пеньки и тут же спиленные деревья. Сколько их срубили, никто не считал. Но площадь облысения этого парка достаточно большая, как вы можете это наблюдать. Так что же за лесорубы побывали на этом месте? Не знают, кто это сделал, и местная жительница Галина Басова. Но дело даже не в самих спиленных деревьях, говорит женщина, а в том бардаке, который кировские дровосеки оставили после выключенных электропил. По ее словам, от зеленых насаждений избавились еще зимой, но благоустроить эту территорию так и не удосужились. И вы знаете, когда здесь все благоухало, как это, ну, можно сказать. Здесь только было белок, птичек. А сейчас проходят массовые мероприятия по благоустройству парковых зон. И где оно, это благоустройство, я хочу задать вопрос. Кому только, я не знаю. И вроде Галина Романовна не против того, что вместо деревьев пеньки. Значит, так нужно, говорит женщина. Ведь деревья аккуратно ходились под линиями ЛЭП. Ведь здесь вопрос вот в чем. Сохранить деревья или остаться без электричества, возможно, целому району. Тут двойной вариант, как получается. И деревья жалко, но и с другой стороны, если опять обрубит все, и опять это самое. Где-то заводы встанут, тут уже 380 вольт идет. Неаккуратно, конечно, некрасиво гулять, неприятно. Мы гуляем каждый вечер тут. А что, тут высоковольтное, поэтому вырубили. Ну. То, что не прибрали, это, конечно, безобразие. Но это же вычистили линию, я так думаю, что это, наверное, какая-то технологическая вырубка. Это ведь не чья-то прихоть. Это, ну, я думаю, что это технологическая необходимость. Так а что делать-то, если никто не убирает? Доступ к красивым видам лесного массива теперь закрыт. Территория в безобразном состоянии. В администрации города нам пояснили, что теруправление по Октябрьскому району сейчас проводит проверку. Но оговариваются, действия по спилу деревьев были согласованы. Зоя Попцова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.
Моя коллега Елена Шарыгина сегодня отправилась на другую прибрежную зону, набережную Грина. Там на месте попыталась представить, какой может быть эта часть города в будущем. Вдохновилась встречей кировских общественников. Накануне они обсуждали проекты реконструкции нижней набережной Грина. Теперь Елена точно знает, нужно мыслить шире. Вот как городские урбанисты. Спортивные площадки, велодорожки, арт-объекты и фотозоны. Кировские активисты решили создать в Кирове еще одно пространство для прогулок и отдыха на берегу Вятки, объединив Нижнюю набережную, улицу Пристанскую и Ижевское озеро. В каждом городе, где есть река, Нижняя набережная благоустроена и растянута на несколько километров, говорят активисты. А в Кирове зона у реки – это одна дорожка и несколько фонарных столбов. Горожане решили это исправить и занялись проектом окультуривания прибрежной зоны. Интерес возник у, скажем так, разношерстной компании – урбанисты, велосипедисты, историки, журналисты и даже экономисты и чиновники. Замечательная территория, протяженная. Необходимо здесь и озеленять, и создавать какие-то зоны отдыха. Активная зона отдыха, водная зона отдыха, то есть вело, пешеходную доступность. Тем более у нас объединяют практически два района, поэтому очень интересный проект. У администрации подход, конечно, свой, без воздушных замков и висячих садов, но с асфальтогранулятом и планированием бюджета. А вот общественники своим размышлениям дали волю. Каждая группа за 40 минут разработала свой проект, какой они видят Нижнюю набережную. Это у нас скелет веломаршрута, велопешеходного, который обозначен оранжевым. Это те подходы, которые будут как раз питать основную поток, поток людей, да. То есть можно будет зайти со стороны Кикиморской горы, спуститься к родникам от филармонии, со стороны Трифонова монастыря, со стороны Александровского сада. И все это будет завязано. Да. Все идеи зафиксировали и дальше оформят в один общий проект. Конкретных планов и сроков нет, но имея готовый вариант благоустройства, можно быстрее запустить дело, найти финансирование или зайти в какую-нибудь программу. И тут даже дело не в том, куда это дальше, чтобы люди, да, начали коммуницировать, чтобы для них было, так скажем, приятно здесь находиться, развивать это место и для бизнесмена, и там для работника, историка какого-нибудь здесь гулять, проводить экскурсии, и для урбаниста, чтобы он здесь ездил. Поэтому вот эта совокупность всех маленьких проектов нам даст техзадание, чтобы дальше уже архитектор с этим работал. Есть уже готовые оформленные инициативы. Например, на этой же территории хотят открыть кафе, зону отдыха и локации для свадебных церемоний. Сейчас это согласовывают с администрацией. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Сразу после небольшого перерыва расскажем, почему Дмитрий Медведев хочет, чтобы россияне работали по 4 дня в неделю. А еще покажем очередную историю из жизни детей Великой Отечественной войны в нашей рубрике «Потерявшее детство». Не переключайтесь. Давичи, мы продолжаем. Треть россиян поддерживает переход на 4-дневную рабочую неделю. Такие данные опубликовали на сайте поиска работы. Предложение сделать дополнительный выходной поступило от Дмитрия Медведева еще в прошлом году. Споры не утихают до сих пор. Сейчас Минтруд планирует в качестве эксперимента ввести такие условия труда, на некоторых предприятиях страны. Хорошо это скажется на производительности или нет? Этим вопросом сегодня задалась моя коллега Елена Шарыгина. Лена, ты бы сама хотела перейти на 4-дневку? Ты знаешь, я сегодня много об этом думала и пришла к выводу, что нет, не хочу. Мне вполне хватает двух выходных дней для того, чтобы и своими делами позаниматься, и отдохнуть. Вот ты сказала, что треть россиян поддерживают эту идею, но, видимо, кировчане в эту категорию не относятся, потому что я сегодня опросила жителей нашего города, и каждый из них мне сказал, что ничего менять не хотят, хотят работать так, как работали раньше. На 4-дневную не хочу. Мне нравится моя работа. Мне мало будет 4 дня работать. Ну, лично я против. Почему? Ну, настрою я жить. Нет. Почему? Работать, работать и работать. Если ты занимаешься работой, которая тебе нравится, то ты по выходным можешь работать. Я предприниматель, я работаю 7 дней в неделю. Мне 4 дня не надо.
В России некоторые организации уже переходят на короткую рабочую неделю. Временно. И для эксперимента, и для сокращения расходов. Желающие меньше работать объясняют свою позицию тем, что в мире все к этому идет. Роботизация, цифровые технологии, удаленка. Человеку уже не обязательно сидеть 8 часов на рабочем месте. Тем более директор консалтинговой компании Виктория Петрова мне рассказала, что сотрудники и так примерно 30% своего времени тратят не на работу. Играют в косынку, бегают на перекуры, где-то разговаривают с коллегами о своих личных вещах. Вот, а очень во многих странах, например, в Европе, она составляет гораздо меньше. Самая минимальная рабочая неделя в Голландии 29 с небольшим часов. Во Франции 35, в Норвегии 34, в Германии 34,7. То есть вообще-то, в принципе, уже давно развитые страны, они перешли к тому, что рабочего времени у человека должно быть меньше. Ну вот, Лена, интересно, что думает бизнес-сообщество по поводу 4 рабочих дней? Я сегодня поговорила с президентом нашей торгово-промышленной палаты Андреем Усенко. Он категорически против уменьшения рабочего времени. Говорит, что без активного труда не будет никакого прогресса. Экономика не может развиваться, если не будет роста ВВП, ВРП, производительности труда, эффективности деятельности. Причинно-следственную связь между сокращением количества рабочего времени в днях или в часах и повышением производительности труда, я пока не наблюдаю и не ощущаю. На самом деле предлагают несколько вариантов. Если 4 дня работать, то по 10-12 часов. А если 5 дней, то рабочий день должен быть сокращен до 5-6 часов. Так у людей будет время, что называется, на жизнь. Это поддерживают профсоюзы. Говорят, что людям не хватает 2 выходных дней, чтобы отдохнуть. В настоящий момент Россия входит в 5 стран, где люди работают максимальное количество рабочих часов. Однако, несмотря на эту продолжительность рабочего времени, мы далеко не на первых ролях с точки зрения и размеров ВВП, и темпов его роста. В любом случае, пока нет никаких-то законопроектов, ни конкретных механизмов, потому что нужно учесть массу различных факторов, в том числе образование. Например, если учителя и преподаватели тоже перейдут на такую 4-дневную рабочую неделю, то, получается, школьников и студентов это тоже коснется. Но есть ведь какой-то учебный план, какое-то определенное количество занятий в день. Поэтому это тоже все нужно будет учитывать. В общем, пока вопросов больше, чем ответов. Спасибо, Лена, за интересный материал. Мы продолжаем. Их породнила война. Бутарина Тамара Николаевна и Соболев Виктор Владимирович. Новые герои нашей рубрики «Потерявшее детство». Ему было 3 года, когда началась блокада Ленинграда. Она труженица тыла. Девчонкой делала детали для гранат на кировском предприятии. Разные судьбы, но одно поколение. Поколение детей войны. Воспоминания о тяжелых и страшных временах в репортаже Натальи Бакириной. Ему было всего 3, когда началась война, но Виктор Соболев хорошо помнит, как бомбили Ленинград, как горели дома, как они вместе с бабушкой прятались от снарядов в бомбоубежище. Когда мы шли, полно было убитых, умерших людей. Вот прямо вот на дороге валялись трупы. Уже никто не подбирал, трупов было очень много. Даже вот в нашем доме, в подъезде, под лестничной клеткой складывали трупы, потому что уже люди не могли на кладбище отвезти. Люди умирали от холода прямо на улицах. Ноябрь 41-го. В домах ни воды, ни отопления. Полуразрушенные здания, постоянные обстрелы и страшный невыносимый голод. Постоянно хотелось есть. Постоянно. Есть было нечего. Вот приносили пайку. Мама приносила, значит, разделяла на 3 части, эти 125 грамм разделила на 3 части, чтобы хватило на утро, на обед и на вечер. Есть и сразу было нельзя. Единственный способ выбраться из блокадного Ленинграда – та самая дорога жизни по Ладожскому озеру. В декабре 41-го с фронта пришла похоронка. Погиб отец Виктора Соболева. И в марте маленький Витя вместе с мамой отправились в путь. Поехали по льду озера, и в это время машина с детьми, которая шла впереди, провалилась под лед. Все погибли. Виктору с мамой удалось выехать из Ленинграда. Они добрались до родственников в Сыктывкар. А после служба, учеба, уехал в Киров и поступил в тогда еще пединститут. А спустя годы встретил Тамару Бутарину. Они дружили. И часто вспоминают 41-й. Тогда Тамаре Николаевне было 9 лет. Кричали, бежали все к церкви, почему-то я к стене нажила. У нас дом 22.
И все бегут, бегут. Мама говорит, пойдемте тоже в церковь. Обстрелов не было, но все равно страшно, вспоминает Тамара Николаевна. Детство быстро закончилось. С 12 лет она уже работала в колхозе наравне со взрослыми с раннего утра и до глубокой ночи. А потом юная девушка ушла на завод делать детали для гранат. И теперь, спустя годы, она снова здесь, на предприятии, в котором проработала 50 лет. Пришла-то совсем молоденькой. По 12 часов работали. По 12 часов. Даже больше иногда. Гнали эту оборонку. Тамара Бутрина и Виктор Соболев давно дружат и стараются не расставаться. И хотя их судьбы сложились по-разному, у них много общего. И получается, что если бы не война, о которой так не хочется вспоминать, они бы вряд ли когда-нибудь встретились. Наталья Бакирина, Владислав Мажейко, Бюро новостей «Давеча». Родина знаменосца Григория Булатова – древний город с богатой историей. Но и проблем здесь накопилось немало. В Слободском сегодня побывал депутат Госдумы Рахим Азимов. Проверить результаты своей прежней работы и услышать новые наказы избирателей. С подробностями Елена Чехомова. От угла до вот этой вешки, и до той вешки, до поленницы получается, сделать помещение. Вот такая мечта Сергея Кузнецова, руководителя военно-спортивного клуба «Этап» в Слободском, может исполниться. Надежду дал Рахим Азимов. Депутат уже помогал этому объединению с 30-летней историей и готов сделать это вновь. Есть планы – возвести пристрой, тренажерный зал, оборудовать для ребят спортивную площадку. Это можно сделать, все потихоньку. Конечно. Главное, чтобы кто-то помог финансировать. Вот мы начинаем все финансировать, дадим денег. Вопрос помощи клубу «Этап», как и другие вопросы, волнующие жителей города, обсуждали и позднее на крупном предприятии Слободского фанерном комбинате «Красный якорь». Промышленник Рахим Азимов оценил мощности и масштабы производства. Здесь же отчитался перед трудовым коллективом об итогах за 5 лет своей депутатской работы. Все, что было в силах, всегда оказывалось содействие, помощь с Ириной Викторовной, другими активными гражданами Слободского. Представлен список конкретных дел. Помощь в пандемию семьям, чайно-кофейные наборы врачам, 20 новых машин скорой помощи в регион, поддержка кировской молодежи и ветеранов. А в ответ услышал благодарность за помощь в реализации долгожданного для всех слобожан ремонта колокольни Соборной площади и других проектов. За 20 лет моей работы в органе местного самоуправления, чтобы депутат Государственной Думы приехал и отчитывался перед избирателями, такого раньше не было. Я не видела таких депутатов. Что такого раньше не видели, сказали и на встрече актива в Слободской администрации. Жители Слободского, Белохолуницкого, Нагорского районов благодарили за помощь. Благодаря Рахиму Азизбоевичу в прошлом году был отремонтирован наш зрительный зал. Привлечено более 5 миллионов рублей. Благодаря вашей поддержке у нас еще в музыкальной школе появилось звуковое оборудование. Если вы меня поддержите, то я готов дальше продолжить ту работу, которую начал. Собирайте портфель наказов, а мы вас поддержим. Есть, спасибо. А главное, нужно возводить новое, напомнил депутат Азимов при возложении цветов к памятнику знаменосцу Григорию Булатову. В Слободском создан новый комплекс, посвященный легендарной дивизии 311-й, которую мы в прошлом году, год юбилея Великой Победы, построили. Все это для молодежи, памяти павших воинов, как и многие другие проекты депутата Азимова. О них он в ближайшее время отчитается при будущих поездках по районам области. В России начали выпускать вакцину от коронавируса для животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлию Милана. Отмечу, Россия зарегистрировала первую вакцину в мире против COVID-19 для животных 31 марта. Препарат получил название «Корневак КОВ». О том, что еще у нас и в мире происходит, смотрите в короткой подборке новостей. Она получилась такой пятничной. Глава Коми ответил за слова. Владимир Уйба пояснил свое высказывание в адрес местного депутата. Цитата «урыть», затем следует нецензурное выражение. Уйба не видит в этом никакого конфликта. Слова руководителя региона приводит Пятый канал. Как сообщалось ранее, глава Коми Владимир Уйба предложил, цитата, «пойти-выйти» и пообещал
цитата, «урыть» – нецензурное выражение. Депутат от КПРФ после выступления на заседании Республиканского госсовета. Депутат, в свою очередь, назвал главу Коми трусом, после чего Уйба, по словам депутата Михайлова, подошел к нему, предложил, цитата, «пойти выйти, если ты мужик», а также пообещал, цитата, «дать нецензурное выражение и урыть нецензурное выражение». Джо Байден потерял маску в собственном кармане. Президент США не смог сразу найти защитную маску во время выступления в штате Джорджия. Об этом пишут американские издания. Байден несколько раз пересмотрел папку с бумагами, проверил трибуну и даже подключил к поиску жену Джилл. «Ищу свою маску, у меня проблемы», — заявил президент Америки. Сотрудник секретной службы принес президенту новую маску, однако Байден нашел потерю в кармане собственных брюк. На поиски ушла почти минута. «Просишь надеть маску, значит, ты расист», — видимо, так считает пассажирка американского самолета. Женщина была на борту без маски и не надела ее, выйдя из туалета. Как сообщает издание Daily Mail, пассажир рейса пожаловался бортпроводникам на отсутствие средства индивидуальной защиты у попутчицы. Сказал, что из-за этого чувствует себя некомфортно. Женщину попросили покинуть самолет, после чего она разнервничалась и начала громко материть всех бортпроводников. Более того, обвинила их в расизме. Потом афроамериканка еще долго что-то кричала в адрес остальных пассажиров. Оперативно следить за новостями города и области можно также в наших социальных сетях. Также вы можете присылать свои видео и новости к нам в редакцию по номеру телефона, который вы видите на экране. На сегодня все. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго и до свидания. Спонсор показа сеть аптек «Сердце Вятки». Благодарим за поддержку сеть магазинов «Кристалл Электро».